есть, наверное, у вас бабушки, дедушки, есть дачи, есть участки, на которых что-то растет, да? Да. Да? Расскажите, что там делаете, что растет, как интересно время проводите на даче. У меня там растет капуста, картошка, морковка и свекла. Яблоки, груши, горох, клубника, малина, не помню, что называется. Свеклу, морковку, те, которые под земле, где тепло еще чуть-чуть. Большой-большой огород. На всю дачу. Прекрасно. Меня потрут. Там растут морковки. Грибы в лесу. У моей бабушки тоже есть огород. У нее летом очень хорошая малина была, клубники очень много. Я потом посажу семечко яблока и арбуза выращу. Малина, клубника, земляника. Я бабушке помогаю поливать, сорняки убирать. А еще бабушке помогаю убирать яблочки собирать и кормить грушек и курочек. Рейка себя обливаем. Вот у бабушки мои все овощи, все мои любимые, потому что кого ее сладкие уважает, даже овощи такие сочные все. Я тоже помогаю в теплице. Я тоже там помидоры вытаскиваю. И я. И перцы. И огурцы. У меня 3 бабушки, а дедушек 4. Маленькие красненькие? Да. А зелененькие не едите помидоры? Едим. Зеленые ешь помидоры? А почему? Только потом я когда съела круассан, у меня был вкус травы. Надо них поливать, убирать сорняки и, конечно, них копать, а потом сажать семечки еще, чтобы они росли, а выгреблить. Кто купит? Мне кофе, то и посажу. Мальчишки что, сливы тырят? Да. Да? А что вы делаете с ними? Мы варенье. Может огород погибнуть, если его не поливать. А может засохнуть и сам погибнуть. Когда еще мой папа был маленький, у него была лошадка. В огороде кто такой плохой, который ест наш урожай? Саранча. И еще гусеницы. Надо сажать, если выкопал одну, то надо посадить еще одну. И поливать каждый день. У нее есть мой друг Рейка с детства. Он большой и в клетке сидит. А раньше он был щеночком. И у меня есть 2 кошки, Даша. А как за хрюшками надо ухаживать, скажи? О них надо ухаживать, к ним наливать воду, кормить их. Это комбикормом и яблочками. Еще у нас есть груши, они такие жесткие. Я не люблю груши. Не любишь? Я, ты как думаешь, какие вот опасности есть в огороде? Есть сорняки, есть саранчак, есть жучки всякие. А еще есть вредители, которые съедают капусту. Скажите, ребята, есть разница между бабушкиными овощами и, например, покупными, которые в магазине покупают? Ну, конечно, бабушкины лучше, потому что они свежие. Вот потому что уже в этом магазине они уже путешествовали везде, уже пыли на пальце, а вот у бабушки взял, помыл, и все прям сладко, и никуда ничего увозить не надо. Я думаю, что да, как Виолетта сказала, вкуснее у бабушки. Каждый новенький ребенок.